Сожительство – это союз женщины с низкой самооценкой и мужчины с низким уровнем ответственности. Как так получилось, что одна подпись в документах вселяет в вас уверенность? Если вы гей, то, пожалуйста, ко мне не обращайтесь. Если бы не было штампов паспорта, вы бы к своим детям по-другому относились? Я бы их не заводил. Вы мне говорите, где мне находиться. Вы король, по всей видимости. Вы позиционируете это, что я мужчина, а ты, пожалуйста, сиди и улыбайся. Слушайте, а что вы несете ахинею, простите? Марта. Вы говорите сейчас как коммунист, который вот партийный билет, вот партийный у сердца. Вы чего хотите-то в жизни? Я хочу, чтобы меня не перебивали. Вы живете в гражданском браке, потому что вы сомневаетесь. Нет. А я нет. Есть любовь, есть отношения. Все остальное вы сами придумали. Поговорите с моими бывшими мужьями. Если этот брак распадется, это не значит, что мы ошиблись. Разрешите нам просто быть тем, кем мы хотим быть. Золота середина. Понеділок, 21:20.